Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, у меня прямая трансляция, 16 марта на календаре, 11 минута стрима, и вот прилетел подарочек от одного из моих друзей, Варбиста, который довольно часто подогревает меня на прямых трансляциях, а в последнее время на каждой прямой трансляции радует меня подарочками. Спасибо большое тебе, Варбист, за присланный подарок. Ребят, те, кто в чате прямой трансляции, поаплодируйте Варбисту, я думаю, что он этого достоин. Ну и что, давайте будем открывать, давайте будем посмотреть, что там. Мега-контейнер! Ох-ох-ох-ох! Спасибо тебе большое! 390 сниппетов, мега-конт сейчас откроем. И на прошлой прямой трансляции у нас из мега-контейнера выпал просто чумовой конт, который называется «Огромный сюрприз». Ну а что с этого получилось, смотрите в предыдущем видео по открытию подарков с предыдущей прямой трансляции. Ну а сейчас откроем мега-контейнер. У меня по мега-контейнерам не хватает 4 талисмана для того, чтобы голду забрать. То есть у нас шанс забрать что-то годное конкретно с мега-контейнера, без учета каких-то компенсаций. Открываем, смотрим, что у нас здесь. И здесь у нас, ребята... Ну давай, давай, блин, ну 300, нет, 300 тоже классно, хорошо, но было бы, конечно, круче, если было или чуть больше, или чтобы дало еще один огромный сюрприз. Спасибо тебе, Варбистик, большое за твою поддержку, безумно приятно. Ребят, пошел дальше с друзьями кататься на прямой трансляции, ну а вы, если хотите прямые трансляции не пропускать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Обязательно пишите свои комментарии, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления. Поверьте, на канале всегда много чего интересного, и не только открытие подарков, а все что угодно. Прокруты всех рулеток, которые выходят, открытие контейнеров, зацен новой техники, все-все-все по World of Tanks Blitz вы можете найти у меня на канале и очень часто, потому что в день выходит по 2-3 видео. Побежал дальше вести прямую трансляцию, вам, друзья мои, искренне мира и обязательно спокойствия. Если что-то еще будет, обязательно вернусь. Всем пока-пока. Итак, прямая трансляция продолжается, было продление, ну и, соответственно, играем сейчас дальше с ребятами, ну и прилетел еще один подарок от Варбиста. Считаю за необходимое в очередной раз его поблагодарить, что, в принципе, и делаю, и давайте будем открывать, смотреть, что там у нас. Но еще один мега-контейнер, слушай, ну ты прям хочешь меня либо добить... моим нефартом, либо наоборот сделать так, как у нас когда-то получилось с коброй, которая неожиданно мне выпала. Я все-таки голосую за второе. Мне больше нравится вариант, когда что-то выпадает. И спасибо большое за сниппеты. Продвигаемся вперед, продвигаемся дальше в Фюнрике, прокачиваем его. Ну что, ребят, пожалуйста, пальцы крестиком, те, кто на прямой трансляции. Очень надеюсь, что это поможет. Я лично уже скрестил. Но давай, давай что-нибудь годное, классное. Ну блин, ну серьезно, 300 голды и все, это все, что игра дала мне сейчас. Ну капец. Ой, ну не всегда дает, а к сожалению, не настолько часто, как хотелось бы. Пошел дальше собирать знаки классности для того, чтобы проходить поворотный момент. Вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Если вдруг чего, как обычно, еще вернусь. Ну а если не вернусь, то тогда всем пока-пока. Итак, ребят, прилетает третий подарочек от Варбиста. Бог любит троицу. Глядишь, сейчас Бог меня полюбит. И там, если есть контейнер внутри этого подарка, то из контейнера что-то годное выпадет. Держу пальцы крестиком, открываем подарочек, смотрим, что там. 3 мега-контейнера. 3! И 780 снипов. Ребят, Варбист решил увеличить мои шансы на реализацию моего фарта. Ну и, соответственно, сейчас открываем 3 коробки. В любом случае, здесь уже тогда получаем компенсацию голдой. Сразу косарь. Мне как раз 2 не хватает, а у меня 3 контейнера. Ну и, соответственно, смотрим, что из этого всего получится. Ну, давай. Давай, зараза подкрученная, дай что-нибудь. 250. Как там в мультике было? Маловато будет. Маловато. Ну, давай еще. Давай еще чего-нибудь. Ну, тут будет 1000 и плюс еще 250. Косарь 250 и третий контейнер. Давай, огромный сюрприз дай мне. Давай, давай. Ну, это лажа, ну, блин. Ну, серьезно. Ну, при такой стоимости контейнеров, этих наборов, блин, вот такое вот выдавать без этой 1000 у меня сейчас было бы там, грубо говоря, 700. И то, наверное, не было бы. 250, 250, 500 и... А, 800. Ну, блин, все равно не то. Все равно не то, чего хотелось бы от такого набора. Обидно. Мне лично очень обидно. Но тебе, Варбистик, я безумно благодарен. Это, конечно, действительно...
крайне удручающая ситуация. Ну, ребят, как есть. Спасибо большое Варбисту за подарочек. Если еще что-то будет, обязательно вернусь. Ну, а на данном этапе мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.